Меры, постоянно предпринимаемые МВД России, позволили увеличить выявление преступлений этой категории в прошлом году почти на треть, а за 6 месяцев текущего года на 19%. Особая опасность представляет деятельность именно международных, экстремистских и террористических организаций. В первую очередь националистических группировок и радикальных структур, которые для достижения своих целей используют насильственные методы. Негативное влияние на развитие